очередное достижение в системе здравоохранения. Актюбинские медики освоили новый метод оперирования людей с онкологическими заболеваниями. Особенностью данного метода является то, что он позволяет практически полностью избежать негативного влияния химиотерапии на организм. Ранее для подобных операций больным приходилось ехать в столицу. Теперь же они смогут получать нужное лечение здесь, в Актюбе. Первые операции прошли в минувшую субботу. Жизнь жительницы Уральска Лидии Гончар изменилась 2 года назад, когда у пенсионерки начал падать уровень гемоглобина в крови. Тогда врач диагностировал у нее онкологию. С тех пор женщина уже 9 раз переносила химиотерапию и 1 раз операцию на кишечнике. Минувшую субботу Лидии Афанасьевне сделали операцию на печени в Актюбинском медицинском центре. Ну, направляли в Алмату или в Астану, а потом здесь мастер-класс давали, и вот сюда меня. Конечно, мне сюда лучше. У меня здесь родственники, племянницы. Вот здесь я прохожу вот эту вот, как сказать, процедуру или... Вон. И считается операция, процедура, эмболизация. Первый курс. Так, чувствую нормально себя пока. Но сказали, результат только через месяц будет. Лидия Гончар – одна из 2 первых пациентов, которые были прооперированы по новому методу – альтернативному химиотерапии, который в нашей стране до этого применялся только в городе Нур-Султане и Восточно-Казахстанской области. Этот метод – так называемая химиоэмболизация опухолевых процессов. Он позволяет провести точечную химиотерапию, воздействуя лишь на опухоль, и при этом избежать таких осложнений, как анемия, выпадение волос, интоксикация и других. По сосудам ангиографически – мы попадаем по сосудам в саму опухоль, оставляем там химиопрепарат, который именно селективно и точно действует на сам процесс опухоли, который опять же подбирается индивидуально от вида опухоли. Оставляем там этот препарат в виде гранул. И выходя из опухоли, мы ставим заглушку, чтобы этот препарат не выходил в сосудистое русло и системно не циркулировал во всем организме. При этом данный метод не является чудесной панацеей, но он позволяет заметно уменьшить размер опухоли и прооперировать ее с минимальными последствиями для организма. Кроме того, химоэмболизация позволяет избежать распространения метастаз опухоли. Срок госпитализации прошедших ее пациентов составляет от 3 до 5 дней. К слову, медики, проводящие такие операции, заблаговременно повысили свою квалификацию. Данные специалисты, они прошли обучение, владеют этой методикой. И на сегодняшний день мы запланировали на 2021 год несколько мастер-классов по данному виду операции. Почему? Потому что на сегодняшний день наши специалисты владеют практически всеми методами, но есть такие моменты, которые где, ну, так скажем, фишки. Мы хотим за счет этих мастер-классов обучить наших хирургов, чтобы они были асами. Отметим, уже в ноябре запланировано провести еще 20 подобных операций. При этом медики констатируют печальный факт. Онкология с каждым годом становится все более актуальной для нашего региона. Достаточно сказать, что онкологическое отделение Актюбинского медцентра рассчитано на 240 коек, но в настоящее время в нем уже лежат 250 человек. Это связано в первую очередь с экологией Западного Казахстана. Экологии и плюс тяжелой промышленностью с нефтеперерабатыванием связано. Сероводород, газ, эфиры, которые вылетают в воздухе, плюс вода загрязненная. То, что мы дышим, в первую очередь, это дыхательная система. То, что мы пьем, это печень, желудок и поджелудочная железа. Это самые часто встречаемые, самые низкие, это репродуктивные, то есть это рак женских органов, мужских, там, простаты и так далее. И самый низкий такой из всех, это идет уже молочная железа. В настоящее время в Актюбинской области на учете с онкологией состоят 7500 человек. При этом ежегодно в регионе выявляется 1500 новых случаев заболевания. И также ежегодно от рака умирает порядка 600 человек. Поэтому врачи настоятельно предупреждают граждан бережно относиться к своему здоровью и своевременно проходить скрининг. Помните, жизнь у вас всего лишь одна. Владимир Федотов, Аманжол Айтмагомбетов, телеканал Актюбе.